Мы находимся в Бодруме. Здесь есть старые, старинные мельницы. Ну, точнее, то, что от них осталось. Потому что вот одна, которая даже более-менее есть, она все равно сломана. И, к сожалению, как-то это вот печально все выглядит. А так, Бодрум, как я понимаю, делится на две части. Одна часть лагуны с домиками и отелями. Бухты, я бы так сказал. И с другой стороны есть бухты с яхтами. Там, кстати, тоже можно купаться у нас вот в отеле. Можно купаться. Прям вот выходишь и вниз спускаешься. Такой прикольный отель за 80 евро в день. Ну, сегодня, сейчас. Я не знаю, летом, наверное, намного дороже. И тут, конечно, яхточки такие приятные стоят. Огромное количество их тут. Ну, мы идем посмотреть на оставшуюся сломанную мельницу. Самое интересное место — это вот эта вот мельница. Ну вот, хотя бы палочку бы восстановили. Прям цены бы ей бы не было бы. Прям фотосессии. Тут так, кстати, свадьбу ходят, гоняют. И вот старенькие стоят тут уже, чтобы совсем разломалось. Ну, пойдем посмотрим, как выглядит Греция, остров Кос. Вон там, как я понимаю. Или где-то там. На котором я был сколько-то лет тому назад. Я даже уже не помню эти времена. И когда с той стороны смотришь, тут был просто белый город. Можно было, кстати говоря, на кораблике сплавать в Турцию. Кайф. А сейчас вряд ли. Не очень сложными манипуляциями мы выяснили, что, оказывается, остров Кос находится вон там. Вот. А это уже не Кос. Короче, там Греция, а это Турция. Вот. Как-то так. Мы тут допилили до центра Бодрума. Ну, не знаю, насколько это центр, но, скорее всего. И тут вообще так классно. Так круто. Прям... Блин, у меня слова заканчиваются. Ну, реально классно. Прям ходишь, кайфуешь, наслаждаешься. Пойдем вот туда пройдемся, там по набережной. Чувствуется, что этот городочек побогаче будет всех оставшихся. Нет, всех предшествующих, которые были. Нифига себе, как круто. Да, нам сейчас температуру здесь померяют. Че, нет температуры? Нет, меня сначала не хотели пускать. Видимо, повышенная была. Уже на, или упадок сил, или повышенная температура. Что ты ела на обед? Что да. Так плохо все? На обед вообще ничего не ела. Поэтому жрать хочу, как собака. Так. Да, вот такой тут фэшн. Магазины фэшн. Черная кошка там сидела. Магазина очков. Карифур. Кстати, у Карифурчик есть. Махонький. Ну прям вообще круто-круто тут. Ну, кстати говоря, и заметно, тут не особо не дешево. Я думаю, что тут по деньгам кучеряво все выходит. Если где-нибудь там по очень хороших местах селиться. О, Томми даже есть, офигеть. Пошли в Томми. А что там? 40% скидка, полезно. Мы, короче, берем 40% скидки, остальное ставим им. Идем по центру. Тут деревья вот так вот упакованы все. Прикольно. Вон, смотрите. Все деревья так сделаны. Плюс здесь детская площадка такая прикольная. Прям почти Монако. Только в Турции. Ну, яхточки тут стоят. Вот там часть яхточек таких дорогих. Там вообще отдельный въезд. И он закрыт, нельзя подъехать. Ну, пройтись по пристани, как вот мы здесь идем. Ну, тут тоже так нехило, так народ развернулся.
Прям круто. И детская площадка аж такая прикольненькая. Главное, на яхте есть глаз, чтобы не сглазить. Это самое главное, остальное все фигня. Как понять, что город достаточно не бедный? У вас просто есть Rolex, магазин часов. Тут вообще как бы все недешево по ходу пьесы. Наверное, нам повезло сегодня дешево заселиться, лишь только потому, что не сезон, и события мирового масштаба влияют на цену, и они готовы за любые деньги людей селить. Да, заметим, мы заселились только с завтраком. Да, но здесь душевно. Заманиловка тут вообще просто из любого магазинчика, смотрите, просто толпа магазинов на нас нападают. Не знаешь, куда идти, что брать, что покупать. Там был европейский стиль магазинов, а здесь турецкий. Пожалуйста, что хочешь? Денис Шус. Вон нам направо. Мы идем тут уже по-бодрому гуляем. От крепости отошли чуть-чуть. Тут вообще так классно. Куча кафешек, куча ресторанов. Класс. Вот он, блогерша, идет, самое главное нас. Самое интересное, мы очень сильно, супруга хотела суши. Я как бы хорошо отношусь к суши, в принципе, могу хоть каждый день их есть. Поэтому такие, о, давайте попробуем суши. И оказались суши, ожидание, реальность прям вообще капец какая. Лучше суши в Москве съесть. Тем более они здесь не самые дешевые, как выяснилось, а размер самый маленький. А еще тут так красиво. Просто сказка. Блин, реально тут куда ни свернешь, каждая улочка это что-то. Кафе, рестораны. Вечером это так круто. Просто на каждом шагу. И не скажешь, что это Турция. Просто лаунж на каждом шагу. Кайф. У кого-то, походу, день рождения или девичник. А, девичник. Девичник и кот тоже участвует. Девичник. Кстати, они так забавно проводят свадьбы. У них так интересно все это выглядит. Собакин сидит. Кайф. Вот так вот идешь тут, и тут бах. И тут закрытая вечеринка, по ходу дела, или концерты проходят. Мазерати. Вся фигня. Класс. Тут есть такой прикол. Вот мы стоим около отеля своего. У нас парень машет рукой, а тут ходит маршрутка. Сейчас она нас заберет и отвезет в сам город Бодрум. Бодрум, блин, заговариваюсь, капец сегодня какой-то. Вот сейчас подойдет к нам и заберет. Круто же ведь на такой маршрутке ездить. Называется не Uber, такси в Америке, когда сажают еще несколько человек. А? Как это называется эта штука? Вот, смотрите, сейчас он подойдет к пристани. Опа!
наша маршрутка. И все. Народ с чемоданами. Классно. Мы тут решили кебабчиком, шаурмой местной попитаться. И оказался она вкуснее, чем вчерашний ужин в виде суши. Вывод. Не верьте тому, что дорогая кухня бывает всегда вкусная. Дешевая бывает тоже очень вкусная. Но место, кстати, зачетное. Если что, приходите. Не пожалеете. Кебаб говяжий, куриный просто отличный. И вот день, мы гуляем по Бодрому, прекрасная погода для прогулки, солнца нету, у нас такая легкая облачность, не жарко и не холодно, супер вообще погода. В Москве сегодня первый снег шел, ну, не лежит уже, но шел. А у нас так классно, 24, комфортная с ветерком погодка. И хочу сказать, что я бы приехал бы в Бодрум еще разочек на несколько, там, на 3-4 дня отдохнуть, погулять, потому что здесь, ну, реально такой релакс, кайф, и далеко не похож на Турцию как таковую. Ну, здесь очень классно и комфортно.